Ну где же ты? Где же ты? Джин, где же ты? Ребяточки, что это такое? Фрэнк не берет трубку. Суперселлы меня игнорят. На почту мне не приходят сообщения. В магазине нет джина. Я начинаю паниковать. Я скоро запущу, ребяточки, хэштег, и он не понравится суперселлам. Суперселлы, я даю вам ровно 2 дня исправиться и одуматься. Если в эту пятницу я не увижу скина на моего джина, я начинаю действовать. И вам это не понравится. И подписчики меня поддержат. В этом можете даже не сомневаться. Дамы и господа, если вы меня поддержите, поставьте лайк на это видео и подпишитесь на канал, чтобы я понимал, что я не сам буду бороться с суперселлами. Ну а теперь заходим в магазин. А здесь ничего! А здесь ничего! А здесь ничего! Понимаете? Ни-ке-во! Но не спешите грустить. Это у меня ничего, а у вас еще как чего. И плюс еще секретная акция есть, и я вам ее сейчас покажу. Для этого пишем пост в Телеграме, кому задонатить на аккаунт и скрины своего магазина. Если ты тоже хочешь, чтобы я тебе задонатил, быстрее подписывайся на мой Телеграм. И на мой канал, естественно, будь подписан на мой канал и на мой Телеграм, ссылочка в описании. Сейчас выбираем победителя и идем донатить ему. Ну что ж, заходим на аккаунт победителя, и вот он, Сугар! Смотрим, что у него, 54 бойца, и что у него в магазине. Бам! У него особая акция Ядовитый Плющ Бель, у него новый скин на База, у него новый скин на Джеки, у него новый скин на Пенни, и у него новый скин на Брока, на красного Брока. Вчера разработчики добавили черного, не вчера, или позавчера, черного База, которого я, кстати, разыгрываю у себя в Телеграме. Подписывайтесь, 399 гемов, залутаете, нажимайте кнопку «Забрать База». И теперь добавили Брока. Мне кажется, что все, остался один день, и 100% добавят Джина и Сэнди. Возможно, в один день, ребяточки. Я куплю, кстати, вам их тоже на аккаунт. Но чтобы я вам купил, вам надо 1000% быть подписанным на Телеграм. Так, но, смотрите, чтобы купить это все, надо куча-куча гемов. Во-первых, я буду покупать не гемы на этот аккаунт. Я буду покупать секретную акцию, которая позволит мне купить все эти скины за один раз. Надеюсь, вы готовы. И эта секретная акция прямо сейчас появится у вас на экранах. Я ее показывал уже в видосе, показывал ее в шорце. И я вам говорил, что я буду ее донатить вам на аккаунты, если вы просто подписываетесь на меня и ставите лайки. Поэтому, кто еще ни разу от меня не получал донат, прожми свой лайкосик и подпишись на канал. Я увижу тебя, замечу тебя и обязательно тебе куплю любую акцию, которая у тебя есть в магазине. Ну что ж, смотрим фокус-мокус. На счет 3 она появляется. Смотрите. Раз... 2, 3! Гора, блин, говна аккаунте просто. Боже, я всегда радуюсь этому, потому что это такой фокус, блин. Предметы уже доступны. Причем официально. Это официальный магазин Supercell. Все легально, никаких как бы нет нарушений, поэтому я могу вам донатить до бесконечности. Кому надо донат, подписывайтесь. Так, ну что ж, давайте, нажимаем ОК. Еще 5 кристаллов дают. С ума сойти. 23 тысячи блингов, дамы и господа, зарабатывает данный подписчик, и на его аккаунте 23 тысячи. Я сейчас все вот эти скины, абсолютно все скины выкуплю, выкуплю все, что сейчас есть в магазине. Красоул Виталий, здорово. Здорово. Но прежде чем я это сделаю, я хочу вам кое-что показать. Ой, ну что ты делаешь? Мы идем скины покупать или нет? Подожди, Виталька! Да. Виталька, давай подожди! Быстрее. Виталька, я обкатываю свою новую ламбу! В смысле? А, кстати, я это делаю в симуляторе реальной жизни на моем телефоне. И ты, кстати, тоже можешь поиграть в эту игру, если еще о ней не в курсе. Ребяточки, если вам надоели однообразные и скучные однотипные игры, то я тебя приглашаю в одну особенную Hustle Online. Это бесплатная онлайн-игра с открытым миром от третьего лица для Android и iOS устройств. С живым развитием родных городов, становись депутатом или мэром, принимай важнейшие решения, которые будут влиять на жизнь тысячи реальных игроков. Ну а если хочешь больше экшена и веселья, тогда становись на криминальный путь. Мути свои грязные делишки, для этого в Hustle Online есть все необходимое.
Собирай друзей и сразись за статус самых опасных бандитов города или самого меткого на районе. Все в твоих руках. Я частенько играю в нее и со своими подписчиками на 15-м сервере, поэтому у меня для вас есть промокод HOLDIK, который поможет при старте. Поэтому скачивай игру сейчас по ссылочке в описании на свой телефон и играй вместе со мной. Погнали донатить! Точнее, покупать. Так, ну, во-первых, нам хватает на все скины. Виталь, ты это видишь? Ты видишь красного Брока? Короче, у кого нет Брока... Вижу. Блин, а он, кстати, завтра заканчивается, Виталь. Уверен. А, я знаю, там завтра появится черный, красный, либо синий. Красный. Не, я думаю... Хотя нет, а ну, давай его купим. Завтра. Давай его купим и посмотрим, что вместо него будет. Так, иконка игрока. А, ничего не появилось. Что, покупаем все скины? Да. Давайте Пенни покупаем за 5000, плюс иконку новую. Просто трэш, смотрите, какая имба. Абсолютно все скины я покупаю, потому что это все на халяву получает мой подписчик. Но только если ты подписан на Телеграм. Так, ладненько. Жди завтра, возможно, будет пост, если выйдет Джин. Следующий на очереди ты. Поэтому жди следующий... Да не ты, подписчик мой! А твой подписчик. Ля, какой хитрый! Не, мой подписчик, который не в Дискорде сидит. А ты со мной... Слушай, может купить ему еще и Бель? Посмотри, есть у него скин на Бель, если нет, то покупай. То есть вот так вот будем, да, от этой логики отталкиваться? Да. Братан, у него нет скина на Бель. Давай купим и ему. И не будет. И не будет! Ладно, HOLDIK сделает доброе дело. Ура, оплата прошла успешно, и гемы на его аккаунте, дружище, закинул тебе еще гемасиков, и теперь мы можем купить скин на Бель за 39 гемов по скидке, с ума сойти и не встать. Ребята, возможно, завтра появится новая секретная акция, потому что это с 20 тысячами блингами завтра заканчивается. Виталий, как ты думаешь, завтра 50 тысяч блингов будет? Я думаю, завтра уже не блинги будут. Ну, короче, завтра будет новая секретная акция, а... Куплю ее кому-то из вас. Так, смотри, еще 3000 блингов есть. Будем еще что-то покупать? Есть хороший скинчик. На БК, например, можешь посмотреть. Давай, давай. Где? Второй редкий выбери. Ага. Так. Выбери любой скин. Вау, это все... Обалдеть. Это красивый скин. Ты на БК рекомендуешь? Ух ты! Ага. Так, а бычок, рогачок где? А где-то был. Так, вот здесь. А как он выглядит? На кого он похож? На БК. Я тебе вон понял. Вон на лову посмотри, какой на лову галактическая лова. Да не-не-не-не. Викинг Булл сверху. Викинг Булл? А, вот а, он, ты... у него он есть. Уже есть, дядь. Ну, давай вот этого, клоуняру. Ну, такое. Чисто привяка-то, давай. А, тогда да, давай. Ладно, можно Биби такую вот. Есть стул. Сту? Где? Выше. Ага. Да он некрасивый, ну ты чё, прикалываешься? Мне грей? Вот... Сверху грей. Не, Валер. Грей тоже некрасивый, он такой... О! Краптик? Пенатик БП есть. Краптик, да, краптик, да, можно... Слушай, ты давай... О, давай такого Максика! Ой, Нита продается, посмотри. У него есть Нита, давай вот этого Максика тигрового. Так у него есть вроде какой-то, нет? А, да? Да, у него есть какой-то. Вот такой у него есть, да? А, нет, у него нет. А, нет, давай купим тигрового Макса. Покупай. Либо мармеладочку Ниту. Кого лучше? Покупай. Кого? Биби или Ниту? Фу, блин. Ты же говоришь, у него Нита есть. Оп, стой, самый низ справа. А, Нита есть, да, Нита есть. Чего, посмотри, какая. Выше, справее. Выше, правее. Вот это? Да. Понял. Вообще имба. Да в смысле... Все, ребят, покупаем кошечку леопарда. Обалденный просто скин. Во-первых, сочетается. Леопард быстрый, Макс быстрый. Это просто имбулечка. Вау! Дайте я теперь покажу, как это надо тащить на этом всем деле. Так, где... Сколько у него кубков на Макс? Я сейчас тебе покажу мастер супер класс. Он вообще, что ли, не играет? Или это твинг? Мне интересно. Так, а какой мы скин купили сегодня? А мы что, покупали? О, Макс, вот. И у нас есть режим вот такой вот. Поехали в него и затестим этот скинчик. Виталька! У тебя Макс первого уровня. А? У тебя Макс первого уровня. Как это? Десятого, алло. Первого. Десятого. Реально десятого? Ну, сейчас посмотрим.
А как понять? Ну, пассивка есть. Да нет, первый уровень, ты на хп свои посмотри. 3000, это мало? Это очень мало. Бля, я попасть не могу, слышишь, в бота. А, меня бот убьет. Пацаны, спасайте. Пацаны, я бота убить не могу. Ты все гадко, бота есть еще. А-а-а! Так. И ну скинчик очень зачетный. Я его сейчас убью. Сюда иди. Что? Мамочки, помогите. Фух, я его убил. А я же если останусь... А кто? Три бойца осталось, да? Опа, кубки. А если сейчас я останусь один... То есть два телепорта, да? Где-то еще один кепчик бегает. Я правильно понимаю? Почему у меня урона вообще нет? Потому что ты первый уровень. Мамочки! Там рикошет! Рикошет! Помогите, спасите, умоляю, умоляю! А-а-а, мамочки, умоляю! Умоляю, не добивай меня! Помоги, Виталя, как его убить? Скажи мне, прошу. Короче, берешь, нажимаешь на 12, 12 банок, Виталька! Ты я выиграл. Вообще, не, Виталь, слишком... Ты победитель по жизни. Слишком сложный перс. Давай кого-то послабее. Пенни, например, да? Кого мы еще? Какой мы скин покупали? На Брока, да? На Пенни, на базу, на Брока. Ой-ой-ой. На Броке 850, ну ты хочешь ему копки слить, да? Ну я затащу, бро, ты же знаешь, я тут хорошо играю. Задавайте ему на гиперзаряд. Что? Задавайте ему на гиперзаряд, всего лишь 170 гемов где-то. Сколько на... 950. А чё так дорого? Подожди, а 5000... Сколько при 500 гемов, тебе сказали, не хватает 500 гемов? Серьёзно? А чё так дорого? 360 гемов надо. Да ладно, без гиперзаряда выиграем. Не в гипер... Понимаешь, решают... Давай, если ты проигрываешь, то ты им покупаешь гипер. Виталя, подожди, у меня к тебе очень важный вопрос. А чё там говорят, что там ты апнул 77 тысяч кубков, и кто-то пишет, что я нуб? Кто пишет? Ну вот кто-то пишет там у тебя в комментариях, ты мне скидывал. А, да я не знаю. Ты может, за них извиняться будешь или они прощения будут просить? Давай, как решать этот вопрос? Не говорил. Как будем решать этот вопрос? Только не говори, в чем они неправы. Так, ладно. Ну ты сам посмотришь и увидишь. Не, ребята, Виталика, значит, в крысу апнул 77 тысяч кубков и радуется там. Ну как радуется? А мне не видно, что я радуюсь. Видал? И в портал. Когда откроется, все, беги. Куда, в портал? Да. Да ты, дядь. Еще одного нужно убить. Да что так медленно ракеты летят? Ну, ускорь. Все, в портал, Вань, пока не убили. Виталька! Вань, тебя убьют. Виталька, не мели фигни. Ультуй. Кого ультуй? Давай. Ты умер. Дожди. О, автоатака. Автоатака. А ты думал, я целиться буду? Я всегда, когда остается мало хп, все подряд стреляю. Не, ну она меня не убьет никогда в жизни, Виталь. А если в портал не зайду, мне три кубка засчитает? Нет. Ты умрешь. Да? Да. Убивает гада. Давай, портал, быстрее, пока даду шанс. Раз. Накидывай. Все, найс. Нажми гаджет. Ты дурак? Это не таймик нажал, сейчас еще раз, подожди. Слушай, да я ее убью сейчас. Мы, кстати, реально вдвоем остались. Он так и так, типа, выиграет, если типа, ты уйдешь. Если тебя убьет, то с него все кубки выпадут, типа сразу замагнитится. Пока! Надо. Лохушка! Фух, я не слил кубки подписчику. О, я еще и винстрик заработал. Витаха! Какаха! Так, какой мы еще скин сегодня покупали? А ну на база что у него есть? О, у него есть Годзилла Бас, прикинь! А, ну он же в клубе получал его, да? Да. Кто тут на этой карте тащит? Скажи мне, я возьму. У него даже скин на Вольта есть. Ну кто тащит тут, скажи мне. Леон тащит? На кого ты скины покупал?
Пенни еще вроде была. Да, но на Пенни тут затащить это нереально просто. Реально, реально. На Пенни здесь? Да. Ну, у него Пенни 7 уровня, давай. О, обалдеть, не, давай. То есть ты думаешь, я затащу, да? Да. Но ты даешь, конечно. Так, ну поехали. Скин на Пенни божественный просто. А что это за отвертка? Отвертка. Найс. Меня сейчас робот убьет. Найс, все, у меня кубок один есть. Оп, хорошо. Ставим мортиру. Вот сюда. Найс, все, пошла жара. Я ни разу не попал, ни разу, слышишь? Ни разу. Вот мне... Ну вот почему так бывает, когда я прицеливаюсь, не попадаю? О, смотри, смотри, Нани. У Нани 9 банок! Я ее убил! Нифига ты. Я ее убил, у меня 10 кубков. Домой! Залутал, залутал, витаха, какаха. О! О! Арткульчик-маркульчик. Арткульчик-облучок. Так, ну что, ребяточки. Супер-пупер ведь получился выпуск. И подписчика порадовали, и скины купили, и в режим новый поиграли. Но все же я жду Хэппи Джина, вот этого. Но какой итоговый вывод мы можем сделать? Самурай, я жду самурая Джина. Клэш мини га...